А, наконец-то. Надеюсь, тебе здесь нравится. Теперь начнется твоя настоящая жизнь в темном братстве. Ты теперь член семьи. Это, как видишь, наше убежище. Более безопасного места не сыщешь во всем Скайриме, так что чувствуй себя как дома. Да, молчание тебе идет. Добавляет загадочности. Теперь о деле. Я готовлю для тебя один контракт, но мне нужно время. Пока что сходи к Назиру. У него найдутся для тебя мелкие контракты. Скоро к нам прибудет Мать Ночи. И здесь станет еще интереснее. Да, и еще кое-что. Подарок от семьи. Броня темного братства. Пусть она поможет тебе в твоих начинаниях. Это убежище стало моей жизнью с юных лет. С тех самых пор, как я обнаружила свою, так сказать, склонность к уничтожению. У меня был дядя, видишь ли. Он ко мне приставал. И я его убила. И мне понравилось. И я убила снова. И мне еще больше понравилось. И так далее. Тогда меня приняли в темное братство. И с тех пор я здесь. Я познакомилась здесь с мужем, Арнбьорном, стала главой. Вот и все. Не забудь представиться членом семьи. Они все просто мечтают познакомиться с тобой. Еще изобрази, как он пытается купить тебе конфет. Ладно, ладно, погоди, вот. О, какая миленькая маленькая девочка. Хочешь конфетку, я дам тебе конфетку. О да, хочешь шоколадку? О да, прошу вас, добрый господин. Мама и папа бросили меня совсем одну, а я так хочу кушать. Я знаю короткий путь до конфетной лавки, через этот переулочек. О, да, очень хорошо, очень хорошо. Ой-ой, как тут темно. О, а ты такая красивая, какая милая улыбка. Какие зубки. А-а-а, какие зубки. Нет, а-а-а. Ах, Бабетта, какая ты озорница. А как у тебя дела, Фестус? Чем кончился твой последний контракт? О, прошу тебя, старик, услади наш слух своими мудрыми рассказами. Молодые вы и глупые. Всегда смеетесь над умными и опытными. Мой контракт прошел хорошо. Спасибо большое. Опробовал новое заклинание. Маленькая хитрость, над которой я работал в свободное время. Вот настолечко получилось близко к тому, чтобы вывернуть того жреца наизнанку. Ужасно грязно. А что ты расскажешь, Арнбьорн? Каджит, да? Торговец? А, большая собачка бегает за киской. Как мило.
Я не милый. Было не смешно. И он был не торговец. Это был Гаджит-монах, мастер школы шепчущего клыка. Но теперь он мертв. А у меня новая набедренная повязка. Добро пожаловать, брат мой. Добро пожаловать в наше убежище. Ты сделал правильный выбор, когда пришел к нам. Просто положись на Астрид, исполняй ее приказы, и все будет хорошо. Когда-то я был темным ящером, ассасином на службе у короля Чернотопья. Как только я вылупился, меня отдали на обучение в темное братство. Но это было так давно. Теперь я последний из своего рода. Мой орден уничтожен. Я с радостью служу Астрид и этому убежищу. Я умелый убийца, и в моей жизни снова есть смысл. Жизнь хороша. До встречи, брат. Так-так, вот и свежатинка. О, моя прекрасная женушка мне о тебе рассказывала. Через неделю найдут тебя с ножом в спине, в канаве. Слушай, если пытаешься узнать меня получше, отстань. Ты мне не нравишься, и точка. Ничего личного, но... Моя жена тебе доверяет, а я доверяю ей. Может, ты чего-то и стоишь. Вот все, что тебе нужно знать. Я Вервольф. Люблю убивать. Люблю Астрид. Ненавижу зануд. От голубого цвета у меня болит голова. Убивай хорошо и часто. Вот и ты. Астрид мне о тебе говорила. Говорят, она сыграла с тобой старую шутку. Выбери себе жертву. Обожаю ее. Не дай моей внешности тебя обмануть. Я старше тебя. Намного. Вот что бывает с 10-летней девочкой, если ее укусит вампир. Я просто маленькая девочка. Темное братство убило моих папу и маму и захватило меня в плен. Пожалуйста, спаси меня! Что, убедительно? На самом деле, я намного старше. Я была когда-то маленькой, конечно, 300 лет назад. Вампиризм помогает хорошо сохраниться. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище.
встречи, брат. Новый брат, позволь от всей души поприветствовать тебя в нашей семье. Смерть ведь придет ко всем нам, разве это не верно? И я горжусь тем, что Рок избрал меня своей вестницей, проводником неизбежности. Забавный вопрос. Ну что ж, мне нравится полная луна, долгие прогулки на берегу, вязание и единороги. Как-то я гуляла на берегу моря в лунную ночь и встретила единорога. И тут же проколола ему артерию вязальной спицей. Я женщина тонких, но простых вкусов. Доведет тебя тьма. Да-да, ты новый член нашей семьи. Давай по-простому. Считай меня старым, ворчливым дядюшкой, с которым никто не разговаривает. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Говорят, я родился с жезлом в руке. Ну, не буквально, иначе матушке пришлось бы очень мучиться. Но я был вундеркиндом. Простые заклятия применял в колыбели, сложные ритуалы начал проводить в 3 года, в 7 уже оживлял мертвецов. А! Когда мне исполнилось 13, я нечаянно сжег наш дом. Ошибся с молнией, но вскоре я овладел своим даром. Полностью. Начал было преподавать в коллегии, через 2 года ушел. Слишком просто, слишком скучно. Никто из них не понимал величие школы разрушения. Да-да, пока. Убей кучу народу, слава Ситису и все такое.
ты пополнение нашей маленькой вымирающей семьи. Я о тебе много слышал. Ой-ой-ой! Думаю, дня через три ты оплошаешь, и кто-нибудь перережет тебе горло. Но кто знает, иногда и я ошибаюсь. Вот как? Что ж, у нас и в самом деле есть несколько контрактов, до которых пока не дошли руки. Ну и еще всякое, по мелочи иногда бывает. Я буду их тебе передавать по факту поступления. Выполняй, как время будет. Так и есть. Это не самые славные убийства, честно говоря. И платят за них немного, но зато тебе будет чем себя занять. Давай, покажи себя. Ограничений по времени нет. Объекты никуда не денутся. Можешь докладывать о каждом по очереди или подождать и получить деньги сразу за всех. Как тебе удобно. Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи и быстро работать ногами. Ну что ж, начнем. Сейчас у меня есть три задания. Твои объекты – нищий Нарфи, бывший хозяин лесопилки по имени Энодий Попий и Бейтильд, хозяйка шахты. Когда выполнишь эти задания, может, найду для тебя еще что-то. Он живет в лесу около Деревнянга. Когда-то лесопилку там держал. Теперь папий просто отшельник и параноик. Боится, что его убьют. И правильно боится. Этот несчастный попрошайка живет в развалинах около деревни Айварстед. Даже для тебя легкая цель. Она ушла от мужа несколько месяцев назад. Теперь они конкуренты в горном деле. Бетильд злая и отчаянная. Ой, баба! Ну, я Редгард. Думаю, это очевидно. Но я не похож на моих сородичей, которых ты можешь встретить в Скайриме. Я дитя Хаммерфелла, рожденное в песках могучий Аликр. В этой великой пустыне кровь малинового цвета. Не могу его даже описать. У меня сложное и долгое прошлое, не всегда достойное. Но темное братство спасло меня от самого себя, и больше я не оглядывался. Ступай уже! Я-то в темном братстве с тех пор, как вылупился. Я же из темных ящеров, понимаешь? Родился под знаком тени. Ну что ты? Не может такого быть. Врут ведь, да? Ты, наверное, говоришь о дельце с караваном. Но выстоять в одиночку против 20. Когда я впервые получил благословение волка, мой создатель дал мне бесценный совет. Он сказал: Арнбьорн, никогда не проигрывай. Я и не проигрываю.
Боюсь, у меня пока нет для тебя контракта. Надеюсь, ты тут не какой-нибудь грабеж замышляешь. Тебе что-то нужно, Довокин? Скажи только слово. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Во имя девяти скальд. Твое появление в Данстале как нельзя кстати. Всему городу снятся жуткие кошмары. Хотя чем ты нам поможешь? Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Он гордится своей службой, скальд. Слава Сидису. И он научил нас верности. И мы верны Данстале. Смотрите у меня. В чем дело? Если я перехвачу от вас хоть одно письмо генералу Тулию, обоих казнил. Что теперь? Ты в порядке? О, тебе захотелось устал побыть и... в одиночестве. Все хорошо. Хорошо, Хорик. Просто тебя не беспокоит эта война? Нет. Если придется драться, будем драться. И ты поведешь нас к победе. Как и всегда. А ты будешь рядом со мной, верно, Хорик? Конечно. Как же иначе? Вот и ушли старые солдаты на покой и прожили остаток жизни в достатке, да? Мой долг охранять Брину Мирилис.
Да? За работу, живо! На кону честь железоломной шахты! Какая еще честь? Тут вам не легион. Мы горняки, а не солдаты. Заткнись и давай работы, а то к вечеру не быть тебе ни солдатом, ни горняком. Понял? Да, мэм. Возле Красного Перевала видели великанов. Лучше обходить эти места стороной. Знаю я таких. Вечно рыщут, чем бы поживиться. Да. Думала, ты уже не попросишь. Вот. Это проклятие. Да поразят тебя боги. Нужно бежать из этого города. Прошу тебя, Иргнир, возьми себя в руки. Это всего лишь сны. Эрандур, ну, скажи ей. Послушай свою подругу. Это всего лишь сны, дорогая. Уверяю тебя, это вполне нормально. Все время один и тот же сон. Думаешь, это нормально? Это зло, говорю тебе. Эрандур, в ее словах есть смысл. Ты говоришь, что эти сны безвредны, но что, если это знак? Дай ему сказать. Он хочет нам помочь. Успокойтесь, прошу вас. Я делаю, что могу, чтобы прекратить эти кошмары. А пока все, о чем я прошу вас, это оставаться сильными и довериться госпоже Маре. Я попробую. Спасибо. В таверне «Пик ветров» поет лучший бард всего Данстара. Это я.
Ищешь ночлег? Не волнуйся. Кошмары мучают там только нас, коренных жителей. Против бандитов и диких зверей. Не будет. Всем в городе известна черная дверь. И то, что от нее нужно держаться подальше. Ну да, я дралась одна. Может, еще свидимся. Отцом, когда мы были молодыми. Спасла. Что беспокоит тебя, голову, сын мой? А то бы отрубили. А с кем вы дрались? Ох, милый, это было так давно. Но я помню, как мы потом праздновали победу. Это был самый вкусный мед на свете. Лейгельф хороший человек. Я его не брошу. Что, глаз на хозяина положила, а? Мой, а хоть бы и да. Твоё-ка. Мои... Но ведь мать ночи — мать для всех! Мы следуем ее голосу, ее воле. Рискнешь ли ты ослушаться и, разумеется, понести наказание? Продолжай болтать, человечишка, и мы посмотрим, кто понесет наказание. Да заткнись ты, прихлебатель неуклюжий. Человек прошел долгий путь. Будь с ним хотя бы вежлив. Господин Цицерон, лично я счастлив, что вы с матерью ночи прибыли сюда. Ваше присутствие означает долгожданный возврат к традициям. О, какой ты мудрый мудрец и добрый добряк! Не сомневаюсь, ты заслужишь расположение госпожи. Конечно же, Цицерон, и ты, и мать ночи здесь желанные гости. И тебя здесь будут уважать, как пристало уважать хранителя. Понял, муженек? Хм. О, да, да, да! Спасибо, спасибо, спасибо! Но имей в виду, главное в этом убежище — я. Мое слово — закон. Мы друг друга хорошо поняли? О, да, госпожа! Лучше не бывает! Ты главная! Слава Ситису, вот и ты. Мне уже до смерти надоел этот болтливый кретин. Нам нужно кое-что обсудить. Именно. Отправляйся в город Маркарт и поговори там с помощницей аптекаря. Найдешь ее в ведьминой настойке, в часы работы лавки. Девчонка говорила, что хочет убить бывшего любовника. Судя по всему, она совершила черное таинство. Ее зовут Муири. Поговори с ней, заключи контракт и исполни его. Сделай все так, как она пожелает. Покажи профессионализм и выполни заказ. Поскольку это твой первый контракт, можешь оставить деньги себе. Наверняка она будет щедра. Они всегда щедры. Новый член семьи! Ну, привет! Очень рад с тобой познакомиться! Скажи мне, а, молчишь? Угрожаешь? Истинный ассасин старых путей! Цицерону ты нравишься! О, да, Цицерону ты очень нравишься! Гробница Матери Ночи в Бравиле была осквернена. В сердце Империи бушует война. Сейчас там нет безопасных мест. Поэтому Цицерон привел госпожу в новый дом. Сюда, в последнее убежище, оставшееся во всем Скайриме. Мне досталась эта честь, как хранителю. О,
О, Цицерон заботится о теле госпожи. Охраняет, ухаживает, покрывает маслом. Требует, чтоб все уважали гроб матери. Я? О, Цицерон просто хранитель. Я храню. Я присматриваю за нашей мамочкой. За матерью ночи. Я ее мою, защищаю и радую. Но я не слышащий. О, нет! Нету слышащего! Пока что нет. Но скоро кто-то придет и услышит ее слова. О, слышащий! Это единственный, с кем говорит Мать Ночи. Это величайшая честь, доступная члену Темного Братства. Наша госпожа мертва и не произносит слова, ибо губы ее сгнили. Но слышащий слышит ее у себя в голове. Говорят, это интимно. Но у нас не было слышащего уже долгие-долгие годы. Наша госпожа не избрала Цицерона, и она, конечно, не избрала Астрид или кого другого. Но однажды... О, да, госпожа, ты главная пока что.